будет папой, а я. Кто-то будет мамой, а я человеком-пауком. Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Мы продолжаем ящик с вами Человечка-паука. Ну да. Надо осмотреть тот ящик на крыше. Хватит перебивать мое вступление. Мы продолжаем Человека-паука, и сегодня у нас цель какая? Достать достопримечательность вот эту раз. Кстати, а если я просто развернусь? А, это тюрьма. Хорошо. Достал эту достопримечательность. И открою, наверное, последние три территории все-таки. Для того, чтобы уже далее развлекаться и получать то, что нам надо. Или не надо, наоборот. Да я думаю, нам тут все будет необходимо. Просто почему бы и нет. И дальше мы пойдем уже спокойненько по сюжету, по испытаниям, если что. Я, конечно, повыполняю какие-то, но, как ты видишь, у меня пока что небольшие трудности с определенными испытаниями. Соверши 4. Ебать. Так проще будет. Ну-ка, фу. Где еще тут кто есть? Сюда подошли? Падла, ты живой, что ли, все еще? Фига себе. Ладно. Заложники в туристическом автобусе. Ага, достопримечательности Нью-Йорка. 4 бесшумных нокаута здесь? Ну, бляха, я не представляю, как это выполнять. Ну, ладно, допустим. Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Так, есть. Вот же вышка. В смысле, какую? Какую другую-то? Вот, пожалуйста. Здравствуйте. Доложите обстановку в районе. Занятые агенты в Восточном Гарлеме. Так, мне на что-нибудь поменьше и что-нибудь почаще, подожди. Ага, все хорошо получилось, допустим. Вышки в районе 3. Сразу же мы видим рюкзак, он прямо под нами находится. Далее мы видим базу демонов, к которой мы сегодня не пойдем. Мы пойдем на нее когда-нибудь в следующий раз. Пока что просто забираем рюкзаки. Разгадываем загадку кошатины и собираем непосредственно, фотографируем достопримечательность. Стоять, тихо. Где? Куда ты, дружище? Контроль агентам. Доложите обстановку в Йорквилле. Прием. Ага, обязательно доложу. Да ну, блин, друзья, все, отстаньте. Серьезно, сегодня вот специально куда-то идти на преступление или отклоняться от маршрута заданного я не хочу. Хочу конкретики немножко пробежаться, сделать то, первое, второе, третье, четвертое, что было запланировано. Потому что у меня постоянно, я что-нибудь планирую, и очень часто идет не по плану. Притом все. Здрасте. Это удачно. Просто положил возле мусорки. А чё париться? Сюда идем. Агенты в испанском Гарлеме. Дайте бляха, ну... Нужна помощь на блокпост Фокстрот. Мы подождем. Ну эти прям здесь. Ну... Ладно. Демоны развернули в городе военные действия. Не в мою смену. Так, тихо. А вы кто, террористы или преступники? Ударить током одновременно. Подожди! Пацаны, вот мне надо, чтобы вы поближе друг к другу подошли, чтобы я вас одновременно мог током ударить. Очень далеко, пацаны. Ага, все есть, хорошо. А подбросить воздух троих. Подбросить воздух троих, это я могу. Раз. Два. Ай-яй, больно-то как. Тихо.
Хорошо. Иди сюда, дружище. А кто тут еще есть? Ох ты ж, ёшки. Хорошо, прохиливаемся. Тихо, у меня концентрация наполнилась. Дружище, сюда иди. И последний другалек. Вот и все. О, люблю, когда парни подбросить из соболя так и лучатся благодарностью. А, одновременно надо было троих подбросить. А у меня еще не прокачан этот навык. Где-то я его видел. А где ж я его видел? Слушай, а где я это видел? Вот это. Угу. Не, у меня нет такой возможности. Их тошнит. Сорян, братан. Поехали дальше. Но зато троих хотя бы током шибанули одновременно. Тоже уже неплохо. По факту у меня жетонов сейчас хватает. Я не могу сказать, что у меня какие-то проблемы с жетонами. А, с жетонами испытаний у меня, да, здесь проблемы. Но у меня и испытаний пока что не так много. Всего одно вроде как открыто с этим дроном поганым. Херня вонючая. Здравствуйте. А ты куда? Так, нет, надо почаще. Вот типа так, наверное. Ага. И опять преступники. Уже тут же моментально сразу преступники. Так, у меня есть рюкзак. Рюкзак достопримечательность. Идем сюда, потом возвращаемся. Все, окей, ладно. Поехали, побежали. А это что такое фиолетовое? А, точно, лаборатория. Извиняюсь, это побочное задание. Не интересует пока что. Стройка Фиска. Отряд в Дугласе. Боссу нужен отчет об обстановке. Демоны атакуют КПП Браво. Нужна подмога. Бляха, это в соседнем дворе перестреливаются. Да ёб вашу. Перестрелка. Это плохо для всех. Эй, ребят, как насчет кексиков и кофе? А меня спалили, да? А, естественно, спалили. Аккуратно. Ох, как хорошо. Случайно это получилось, но выглядит, короче, прикольно. Держи, дружище. Есть. А ну-ка щит отдай. Опа! Спокойно, дружок. Чемпион. Мое почтение. Видал? Флавус Виктори, между прочим. И не даже еще все сделал. Силачи. Так, едем сюда и по пути захватываем достопримечательность. Демоны или не захватываем, фотографируем. Не знаю, кто из них хуже. Это у меня после Far Cry уже. Все надо захватить, все надо захватить. Аванпосты захватить, вышки захватить, все надо захватить. Стоп. Сфотографировать тут что надо? Вот это? То, что да, надо. Точно. Твою мать, опять преступники. Да что такое? Че ж с вами не так-то? На кой Права. Хер вас так много, пацаны? А, вы на крыше? Ох ты ж, ёб... Охренеть, не встать. Ничто так не бодрит утром, как РПГ. И не говори. Десять ударов с раскачкой.
Ага, вот те удары с раскачкой. Ага, вот те удары с раскачкой. Конечно, спасибо, пожалуйста, до свидания, распишитесь. Вы что? Я тебя сейчас как собака тварь махну. Охереть, не встать. Чё эти хлыстики творят? Сволочи. Тут они приятные типы, конечно. Это была разминка. Это была не разминка, я чуть не сдох. Какая тебе нахер разминка? Ты что, дружище паучок? Здорово. Человек-паук. Это я... А там что случилось? Молодец, паучок. Ну, спасибо, спасибо. Ну и все, последний район. Последняя достопримечательность, последние рюкзаки, последняя загадка кошки, последние... Отряд Шумахили, это контроль. Дайте отчет. Демоны атакуют Ромео. Высылайте подмогу. Ну, не повезло Ромео. Что я могу сказать? Нет, 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 идите нахер, серьезно. За... Блять, не хочу сейчас. Подождите. День какой-то такой, со всех сторон вот прям налетают. Надо сделать то, надо сделать это, надо сделать третье. Сейчас вообще пойду спать. Давай. Супер вот так, наверное. Супер вот так. И чуть-чуть еще более сжато. Все, есть. Это была последняя вышка. Вышек больше нет. Карта целиком открыта. Осталось только немножко рюкзаков. Вот этот последний, либо предпоследний. Где тут? Сюда иди. Ну вот, все полицейские. И... А, вот кошка рядом. Ну давай сначала за рюкзаком. Хорошая работа, да? Отличная работа. Это неплохо, да. Так может кое-кому позволено сегодня отпраздновать с нами? Хорошо. Только поторопись. Шансы были неравны. Опасность близка. Но безрассудство копа-паука и предусмотрительность шефа неизменно помогали им взять верх. Не люблю кладбище. Как это мило. Две противоположности. Словно арахисовое масло и шоколад. Или завтрак на ужин. Все, все собрал. Они работали вместе. Я красавчик. И осталась только кошка. А, достопримечательности все открыты, что ли? Все собраны? Она ко мне потеплела. Так ведь? Ага, бесспорно. А когда я просмотрел, видимо, уведомление, так сказать. Достопримечательности, серьезно, все, больше нет, тю-тю. Не, в погоне я не буду участвовать, пацаны. Давайте без меня. Я сегодня забыл свои беговые тапочки, я не пойду с вами в погоню. Опа. Так, наверх. Недавно демоны вновь совершили гнусный террористический акт. Хорошо. Еще нет, плохо, конечно. Мне хватит данных, чтобы найти черную кошку. По грубым подсчетам, она собрала около 49 миллионов. Если успею до 50, она обещала исправиться. Где же... Вот здесь по-любому. Ага. Да? Есть. Ну и? Прикольный. Инвалид 100 из 100? Надо поймать ее, пока она в городе. Найти вход в тайник? Давай. Ух, сразу задание активировалось, прикольно. Машинам Соболя. Нужен отчет об обстановке в Блумингдейле. Контроль! БТР Браво под огнем! Да, не повезло вам, конечно, пацаны. Жаль, что паучок сегодня на выходном. Я иду к кисоньке. Опа! Я вот всегда задавался вопросом, почему паук тебе не сделает какой-нибудь типа... Ну, глайдер, не глайдер, вот как у зеленого гоблина.
Ведь не всегда удобно на паутине передвигаться. Ну и? Где-то здесь должен быть вход в тайник? Ага. Согласен. Тоннель свободы. Пока не появился пир, он был пристанищем для бездомных. А теперь он пустует. Укромное место. Тут должен вот быть потайной вход. Вот есть кошка, есть собака. Есть. Насколько он потайной? Его же видно. Просто дверь. Единственная дверь. Серьезно? Похоже, тут все, что она украла. Финансовые данные на семьи Маджи. Она хочет их шантажировать? Наверное. Я откуда знаю? Это украли у Фиска пару лет назад. Хорошо. Вино из виноградника Маджи. Винище — это здорово. Что это? Паук, ты прибежал сюда, чтобы поймать меня? Новый костюм. Ты такой милый и симпатичный, поэтому я приготовила для тебя кое-что лесное, потому что я могу. Вах! Это все не могло быть просто игрой, или... А зачем мне это? Человек-паук, черная кошка ограбила наше хранилище вещдоков. Что? Как? Да тут настоящий Форт Нокс! Все эти твои коты. Когда мы спрятали их в комнату с вещдоками, они связались, усилили сигнал и отключили сигнализацию. Никто не видел, как она влезла. Она знала, что я найду котов и передам их вам. Она победила. Снова. Что взяла? Свой костюм и снаряжение. Она оставила мне украденного на 50 миллионов, чтобы вернуть свои вещи. А значит, у нее в планах что-то покрупнее. Ух ты! Отдам ей должное. Она тебя одурачила. Да. Ты рада этому? Ты улыбаешься. Мне пора. Леха, слушай, а костюмчик-то ничего такой. Ну, серьезно, я не могу сказать, что он прям бомбический, но выглядит он прикольно. Нет связанной функции. Это... А его раньше не было, такого костюма, да? Что за список приема? Откуда? А, подъем в воздух. Так, подожди, а по заданиям у нас что? Надгробие на ходу. Надгробие за кем-то шпионит, надо узнать за кем. А, ну это дополнительное задание. Хорошо, я понял. Давай тогда в этом костюме пока погоняем. Рюкзаки собрали. Загадку кошки мы решили. Достопримечательности все сфотографировали. Дальше можно уже идти по сюжету, дабы не отвлекаться на всякое разное. Ну, периодически устраивая драки. Бляха, его ночью вообще не видно. Ну, серьезно. Дальше мы уже с ней, наверное, не встретимся, или как? Ну, не считая DLC ограбления. Посмотрим. Сейчас проверим, что за коробка. И побочное задание, побочное задание. Но их на самом деле немного, побочных заданий. Возможно, можно их как-то с сюжетами вперемешку делать. Одно побочное, одно сюжетное. Одно побочное, одно сюжетное. Бляха, испытай, да вы что, издеваетесь надо мной? Да еб вашу мать. Похоже на военное оборудование. Странно. Человек-паук, ты нашел одну из моих наблюдательных точек. Кто это? Неправильный вопрос. Правильный звучит так. Сможешь ли ты разрядить мои бомбы? Он расставил по всему городу наблюдательные пункты. А, вот и испытания. Побочных заданий 0 из 6. А, научные станции 0 из 1. А, так это по району имеется в виду. По районам деление идет. И что-то еще закрыто, недоступно. Вообще, общее прохождение кампании 53%. Но теперь он отслеживает бомбы.
И они вот-вот взорвутся, времени в обрез. Как я ненавижу испытания на время, это просто пиздос. Они могут рвануть в любую секунду. Все нормально, так и должно было быть. А за сколько мне надо выполнить это задание, чтобы получить золото? Да, кстати, все. Я первую, видимо, плохо взорвал, да, неправильно как-то? Да ёб твою мать, ну конечно же надо было... Да ну да что ж ты делаешь-то? Идеал был близко. 16 тысяч минимальный счет? Это как? Эти бомбы сами себя не обезвредят. Моя паутина его заглушила. Ага. То есть все-таки первую бомбу я взорвал очень криво. Допустим. Так, хорошо. Еще одна. Но это вроде больше похоже на истину, на правду, что можно пройти как этот. Хорошо, но я могу лучше. 15726, и что это? В смысле? А за что? Премия за паутину, премия за время. А, надо быстрее все-таки. Да ёб твою мать. Куда ж быстрее-то? 15726. Твою дивизию. Они могут рвануть в любую секунду. Он ее долго раскручивает. Я что могу сделать-то, если он ее долго реально раскручивает? Надо найти последнюю. Блять! Здесь я сам уже протупил, все. Врать не буду? А, не получилось. Я чертовски доволен собой. При броске. Это вредит точности. Для тебя это какая-то игра, псих! Игра для детей. А я профессионал. И платят мне соответственно. Твой клиент выбросил деньги на ветер. Иногда информация дороже денег. А я многое узнал, наблюдая за тобой. Интересно. Так, что-то новое по заданиям. Снова в школу, это хорошо, но теперь я могу себе позволить открывать различные костюмы, потому что я проходил испытания, у меня есть жетоны испытаний. Жетон базы, жетон рюкзака. Подожди, а в чем у меня была сложность испытаний? Вот это я не мог... Подожди, по-моему, что-то с гаджетами связано, нет? А, вот это я не мог себе открыть. Научные жетоны. Допустим. А что это нам делает? Ударную волну? Да, это ударная волна. Слушай, ну неплохо. Это можно использовать. Доступно на 25 уровне. Костюм. Жетоны повышения скорости накопления концентрации. Радиус действия сканера дополнительной реальности позволяет...
Это хорошо. После идеального уклонения наносимый урон временно увеличивается. Неплохо. Уменьшение получаемого урона от пуль. Противник требуется больше времени, чтобы обнаружить вас, когда прячетесь. Ну, в принципе, ничего интересного нет. А у меня вообще что стоит? Замедляет время после идеального уклонения, увеличивает урон при запасе здоровья более 100, увеличение опыта, начисляемого за победу над врагами. Давай вот это я заменю, наверное, на повышение скорости накопления концентрации, на пассивную. Это все открывается на уровне, за уровни 50, 50 и максимальный у меня уровень. Хорошо. Так, все. Вот это я давай открою. И вот это я тоже открою, потому что у меня этих жетонов, в принципе, много. А костюмчик возьму. Ну, этот возьму. Почему бы и нет? Здесь оставлю все-таки паутинный цветок. МДЖ, что ты узнала об Айзеке Дилане? Я выслала фото, взгляни. Кто из них Дилане? Не знаю. Тебе придется выяснить это на вечеринке. Хорошо, я уже при костюме. Кстати, да. Ну, пойдем выясним. Найдите Дилане в университете. Иду. Уже иду. Научные жетоны. Бляха, вот научные жетоны мне не особо тоже нравится собирать. Почему? Потому что их надо вот эти вот газовые облачки дурацкие собирать. Хотя, опять же, с другой стороны, это не на время. Что уже радует. А, у меня же еще испытания открылись. Я могу еще испытания попроходить. Но я ненавижу временные испытания. Будем их проходить по мере необходимости жетонов. Питер, я поговорила с мамой Майлза. Ей понравилась идея о его работе у нас. Бедняжка очень горюет, но старается быть сильной ради сына. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. А ему нужно понять, что жизнь стоит того, чтобы продолжать жить. Ты молодец, что придумал найти ему работу, Питер. Думаю, Бен гордился бы тобой. Ага, спасибо. Так, все, я уже открыл, да, получается? То есть я просто нахожу лабораторию, и автоматически мне дают... Да, кстати, дают. Есть контакт. Братишка-паучишка? Бляха, еще один жетон нужен. А, ну здесь вот надо много научных жетонов. А, нет, так нифига у меня костюмов-то закрытых огромное количество. А, я понял, что за братишка-паучишка. Ладно, хорошо. Ну и? Так, резервный копирован слишком часто, надо взять удерживать. Два жетона научных дают. Эта станция собирает лишние данные с остальных. Нельзя же покушаться на серверы Аскорб. Сделай одолжение, проверь, не сломалось ли в ней что. Если да, то остальные станции работают зря. О, а это уже не облачко, это что-то поинтереснее. Совсем нет места. Он почти переполнен. А это нарушит работу системы, и Гарри потеряет все. Нельзя этого допустить. Окна допорива лишнее удалить. Рядом есть резервный сервер университета. Отправлю излишек данных туда. Но надо быстро перенастроить линию передачи и связать станцию с сервером. А можно без быстро? Наверняка сейчас... Активный приемник легко найти. Надо только подняться. Так, пора искать следующее звено. Есть. Продолжаем в том же духе. В смысле? Ты что, совсем что ли дебил? Чем занято все место на серверах Гарри? Похоже на цепочки ДНК, но над этим научные станции не должны работать. Да ну почему? Где? Куда направлять? Ага. Ну это ладно, время тут, конечно, есть, но... Вот он опять мне почему-то прицел сбивает. Твою ж мать. Соберись, Пит. Какая разница, что на сервере, если все сотрется? Логично. Что-то у меня с прицелом нынче не то. Куда? Уже близко. Ну, вроде это не сложное задание. Да, на время, но вроде как не особо сложное. Ой, я же костюм поменял. Так часто нельзя костюм менять, а то я себя не узнаю. Хорошо, поехали. Я даже вроде времени подкопил маленько. В смысле, а куда это?
Короче, то, что подкопил, я сейчас просру, я правильно понимаю? Видимо, да. Я уже должен видеть сервер университета. Сейчас увидишь, подожди, дружище. Вот он. Есть. Осталось перенаправить данные. Быстрее. Да ладно, время уже исчезло. Все, таймер не идет, можно расслабиться. Ах ты ж, ёб твою. Посмотрим. Уже неплохо. Ну, с пивасиком потянет, конечно. Но результата-то никакого пока нет. Посмотрим. А, тогда мне надо, получается, вот здесь взять минус 2. А, требую напряжение плюс 2. Хорошо. Тогда нет, обратно верни минус 3. Во, все, хорошо. Вот и благодарность. Работает! Бляха, а прикольно, что задания разные, слушай. Не тупо эти газовые облачка собирать, а вот уже что-то другое. Все перенесено. На время хватит. Скажу Норману, что Гарри нужен еще сервер. Он не откажет, узнав, насколько станции полезны. Да, конечно, ага, сейчас. Так, есть, научных жетонов 2. Какой костюм я могу себе позволить открыть? Научных жетонов. В смысле, я же только что получил 2 жетона. А, мне их не сразу засчитали, ёб твою мать. Здесь есть такие костюмы, которые ну реально уродские просто. Я уж извиняюсь за то, что за такое, если вдруг кого-то обидел в плане костюмов. Но серьезно, вот это вот что? Так, эти у меня все открыты. Еще 2 научных жетона. Но мне сейчас некогда, я пришел на основное задание. Так, хорошо, допустим. Ой, тут уже есть Человек-паук. Мне костюм не нужен. У Дилани внешность одного из моих злейших врагов. Пора выяснить, какого именно. Давай. А что, обязательно так грубить? Все в костюмах. Мои люди. Бляха, а где ж... Электро вижу. Вот это я понимаю, душу вложил. Красавчик. Да. Доктор Дилани где-то здесь. Надо найти его раньше Ли. Опа, первый нашел. Простите, вы доктор Дилани? А, Человек-паук, мой давний враг. В этот раз не возьмешь. О нет, дым. Что же мне делать? А, ну это он, походу, да? Пошел твой конец, Человек-паук. Теперь ты мой. Эй, да что с тобой? Я неделю работала над шлемом. Я должен найти доктора Дилани. Он где-то на вечеринке. Ты кто такой? Дружелюбный Человек-паук. Ха, умник. Бляха. Чё ж так бесить-то? Зачем? Что это такое? Татар! Хорошо. Я не слышу вас! А мне еще ящер нужен. Тот швыряющий леденцы тип может быть Дилани. Нужно найти способ подняться туда. А паутина тебе на кой хер? Никакой паутины. Как мне туда подняться?
ну ты сука, конечно. Немного тебе, немного тебе, немного... То есть, а паркур не смущает, да? Мне кажется, он на танцполе. Да вот он, ящерица в халате. Хера его плющит. Я поймала. Я пошел. Каркар, да, конечно. Стервятник Каркар разве говорит? Смотрите, это мальчик-паук. Раз. Ой, носорог. Давай драться. Давай потом. Что такое, слабак-паук? Боишься моего могучего рука? Бляха, дружище, пошли нахер. Вы кто? А? Что? Опа, что? Опа, опа. Рака, прикончи его, человек-паук. Что за черт? Вот черт! Ты в прямом эфире! Бей его, паучок! А подожди, врача мне верни, профессора, доктора, как его там? Твою мать, сейчас убьют. Твою ж там мать. Ну и? Эй, полегче. Скажите, что вам надо. Не, ну это стелс розыгрыш, будет, по-любому. Да? Это же не пушки. Назад, быстро! Отпусти! Ах. Ой, хорошо-то как! Блять, опять ты, ну серьезно! О, боже мой! Сучара, как ты меня бесишь! Убивайте! Ой. Допустим. Все в порядке? Да. Хорошо. А что, дверь закрыта? Веселого Хэллоуина. В смысле? А что, нельзя дверь, что ли, выбить? Да ёб твою мать, ты паук или где? О, а их там... Может, притушим свет? Давай попробуем. Они меня не ви. Увидели. Ой-ой-ой, я тут... Ой, бляха, там к нему был чувак пристегнут на паутину. Ну, не повезло ему, что я могу сказать. Куда увели Дилани? Не знаю. Ну, куда-то явно увели. Только когда они успели... Ага. Доктор Дилани. Ну, так разбей окно, схвати его, что... Блять. Какой же ты паук все-таки дурной периодически. Окно же не бронебойное. Выбил его и все, и забрал. В чем проблема-то? О, это серверная. Сейчас будем информацию скачивать. Кто вы? Вы недавно начали работать с кем-то в Оскорб. Откуда вы знаете? У нас нет времени, Айзек. Назовите имя. О. Шоу окончено, Ли. Это что он сейчас сделал? Нет, похоже, не окончено. Ети же, пассатижи, это он подпитался от них? Его имя. Доктор Морган Майклс.
благодарю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, паутиной, давай-давай. Да, нехило, конечно. Не, ну я услышал имя, так что понятно, в принципе. Это все костюм виноват. Был бы нормальный костюм, было бы все хорошо. Кому сервером по головушке? Держи. Тихо. Ой, тут еще один был. Прости, дружище, я в другого целился. Бляха, здоровый бежит. Хорошо. А судя по всему, электропаутина, она еще и урон какой-то наносит, да, неплохой? Надо найти Ли. Да куда ты, ну что ж ты делаешь, ну человек-паук, ну ёб твою мать. С ним явно что-то не то сегодня. Не со мной, с ним. Он виноват. Так, допустим. В смысле, ты куда ты? Нельзя давать им навредить друг другу. Правильно, что друг другу нельзя. С ними? Я буду сам им вредить. Мне это не доставляет удовольствия. Да нет, почему, нормально? Ох ты ж ёжик, и вот это хреново. Пацан-то здоровый. Твою мать. Жили снова он. А давай-ка я возьму, наверное, мина-ловушка. Оглушающая волна. Да свадьба заживет! Да отстань, тихо-тихо, ты что? Это для вашего же блага! Все, успокоился, угомонился. А, не. Хорош. Не, ну это наверняка было больно. Не хотел бы я оказаться на его месте. Юрий, нужна помощь. Сообщают о выстрелах в универе. Да, это я. Потом расскажу. Сейчас ты должна найти доктора Моргана Майклза. Мартин Ли идет за ним. Я поняла. Хорошо, допустим. Но мне вряд ли дадут сегодня его координаты. Но вот костюмчик я бы поменял, не нравится мне он. Не знаю почему, но мне почему-то вот темные костюмы именно Человека-паука не нравятся. Ой, ладно, давай сделаем... Просил меня один из подпыщиков вот эту гадость включить. Он мне просто глаз сильно режет. Но чуть-чуть, разочек все-таки погоняем. Далее, а костюм... Что? Шанс пополнить боезапас гаджета при получении урона. Неплохо. Поверхность костюма покрывается разрядами плазмы, оглушающими врагов при контакте. После использования требуется перезарядка. Вот это круто. Вот это я хочу. Но мне надо научных жетонов в количестве 2 штуки. Противники, отброшенные ударной волной, отлетают... Да, ударные паутины оплетают врагов, с которыми столкнутся. Это жетоны испытаний надо проходить. Этот гаджет отрывает врагов от земли и удерживает их в воздухе короткое время. Жетоны испытаний опять же таки. Очко навыка у меня одно, а мне надо 2. Допустим, тогда надо испытание. Здесь что у нас? Испытание бомбы. Испытание бомбы мы вроде уже проходили, Человек, давай еще попробуем. Кто такой доктор Майклз? Не знаю. Ведущий ученый в проекте «Дыхание дьявола». Его нашли? И да, и нет. В Соболе заявили, что держат его под защитой где-то в городе.
но не говорят, где именно. Я думал, вы работаете сообща. Я тоже. Ладно, есть идея, как его найти. Сработает, дам знать. Бляха, очень-очень пестрый костюм. Мне не нравится. Так. Эти бомбы сами себя не обезвредят. А почему ты паутиной-то не цепляешься, дебилушка? Где она? Твою мать. Да, вот и все. Отвратительно. Еще одна, быстрее. Да, еще и не получилось бомбу взорвать, к тому же. Видимо, то задание было ознакомительное, поэтому оно было легким, и я его смог пройти. Испытание, точнее. Можно лучше. Не можно, а нужно. Дружочек, паучочек, почему меня сюда-то нацеливают? Я хочу на ту бомбу на первую. Нельзя допустить ни одного взрыва! Он не цепляется, понимаешь? Он не цепляется паутиной. Вот здесь зацепился. Тут все костюм виноват, по-любому. В смысле? Ты не можешь зацепить? Блять, я бы тебя ушатал, если бы мог. Повезло тебе, что не могу. Так, еще одна. Ну куда ты, ну человек-паук, ну что ж ты за мудак-то, а? На троечку. Надеюсь, этот псих не разочарован. Да, это будет посложнее, чем я думал. У меня мало времени. У тебя его вообще нет, дружище. Ну зачем ты это сделал? Ёбучий ты дурак. Пиздец. Можно перезапустить это? Эй, ты нашел доктора Дилани? Отстань от меня. Да, я сегодня не в духе. Сдержал взрыв. Сдержал взрыв. Взрыв? Может быть, бомбы ты и сдержал, а вот моего пердера, пукана, вообще ничего ты не сдержал. Эй, что ж у меня в школе так не получалось? Вот так вот это делается. Вот так вот это делается. Фух. Так, ладно, здесь мне ничего не надо. Костюмы. А что ж я хотел? А, это научные жетоны. Ёб твою мать. Жетоны испытаний. Двадцать восьмой уровень. Научные жетоны, жетоны баз. 30 уровень. Ага. Жетоны испытаний. Жетоны испытаний. Здесь все хорошо.
Так, ладно. Ну что, мы успеем сегодня что-нибудь пройти? Дроны. Блях, я не хочу ваших дронов. Вот серьезно, ну вот дроны я не хочу. Я не могу, я нет. Нахер, пойду лучше научно сделать. Доктора Дилани? Да, но Ли это сделал первым. О нет, что случилось? Ли исказил его, и тот покончил с собой. Какой ужас! Мы должны его остановить. Да. Перед смертью Дилани назвал Ли одно имя. Морган Майклс. Морган Майклс? Кто он такой? Точно не знаю. Но вроде бы он работает над проектом «Дыхание дьявола». Ты нашла что-нибудь в той папке? Да, представляешь? Пару лет назад Осборн пришел к Фиску и попросил его построить подпольную лабораторию. Секретную? Для «Дыхания дьявола»? Если это правда так опасно, нет, не секретную. То неудивительно. И где она? Этого в папке нет. Хреново. Ну, поехали. Здесь мне что надо делать? Пит, тут будь осторожней. Ага. Эта станция улавливает опасные химикаты. Так. Ну, если точнее, она нужна для того, чтобы избавиться от них, если они когда-либо появятся. Чего, я надеюсь, не случится. Поздняк. Поздняк метаться. Кто-то вломился и выкрал нестабильное ракетное топливо. И, похоже, они разбили контейнер, тут следы утечки. Судя по записям с камер охраны, они только что ушли. Надо вернуть топливо. Мои паукоботы еще в разработке, но это подходящий момент для теста. Их сенсоры паука уловят что? След химикатов. Лучше так, чем прыгнуть на вора сверху. Если у нас... Мне нужен тихий уголок, откуда я смогу управлять выпущенным паукоботом. О. Так, ну-ка нахер этот вас. Малыш и соберет химикаты, и приведет меня к вору. Слушай, ну это вроде как бы вообще легкое задание. В то же время интересное. Микромашинки, считай, играю. Если ты помнишь, что такое микромашинки, вор, это же пипец древняя игра. Разгоню их инфразвуком. Никого не покалечит, но раздражает на ура. Да-да, и не говори. Хорошо, что эта штука вредна только при длительном контакте. Ну или взрыве. Сейчас, найду. А если... Бляха, опять вряд никого. Ли. Подожди, если это украденное ракетное топливо, там, по идее, должна быть целая цистерна. Или что, там 3 литра, бутылочка 0,5, что ли, или как? След кончается. Он убегает. Перехвачу паутину гранатой. Как? Что это за дрянь? Попался. А теперь вернем топливо. Не, ну прикольно, слушай. Есть. Теперь верну топливо на станцию. Каким образом? А мой паукобот очень помог. Придумать бы, как делать их подешевле, цены бы им не было. Ну куда спрячь телефон? Сволота. Так, а сделать мне в смысле что? Придурок в маске, мой брат работал на Фиска. Ну и что, а я-то тут при чем? Мудак твой брат, что я тебе могу сказать? А что? Это не все? Я думал, это все. Я вернул химикат на место, усилил защиту станции и послал Юре запись с камер для доказательства вины вора. Молодец! Дец, как много ты сегодня сделал. А, и мне опять же не нравится этот костюм. Я сразу говорил, что мне не нравится, но уж спросили... О, ну давай вот я там похожу, хрен с ним. Так, навыки, все еще одно очко. Одна эта станция уже доказала пользу всей программы. Ее не должны закрыть, ведь химикаты теперь под надежной защитой. Ага. На что ты намекаешь? Извини, нас прервали. Ты говорила про лабораторию. Где она может быть? Этого в папке нет. Осборн убедил Фиска уничтожить всю документацию. Удалось раскопать только квитанции о переводах с личного счета Осборна на счет строительной компании Фиска. Тот сохранил их как компромат на мэра. Все нити сходятся к Норману Осборну. Кажется, пора нанести ему визит. Сомневаюсь, что он тебе что-нибудь скажет. Я и не думал спрашивать. Ну, давай открывать потихоньку все подряд. Жетоны баз испытаний, жетоны баз испытаний, жетоны баз научные. Ага, ну у меня по факту... Блин, ну ладно.
Так, а костюм какой остался? Не хочу, не хочу. Давай что-нибудь посветлее. Это самый светлый костюм. Светлее просто не придумаешь. Да. Ладно, на сим, короче, закончим и продолжим уже в следующей серии. Так что, если интересно, то обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр. Oh my God.